Хабиб Нурмагомедов высказался касательно ситуации между Жозе Альдо и руководством UFC. «Я считаю Альдо одним из лучших бойцов в истории ММА», – заявил Хабиб. «Жозе не проигрывал в октагоне 10 лет и достоин называться великим бойцом. Но у UFC к нему нет ни малейшего уважения. Они относятся к Альдо с явным пренебрежением, несмотря на то, что Жозе был у них доминирующим чемпионом на протяжении многих лет». Раймонд Магомед Алиев, выступающий в рамках среднего веса, подписал контракт с промоушеном Fight Nights Global. Соглашение рассчитано на 6 поединков. Джо Роган поведал, какие сложности ожидают Ронду Роузи в поединке против действующей чемпионки Аманды Нунес. «Нунес для Ронды является куда более опасной соперницей, нежели Холли Холм», – сказал Джо. «Аманда владеет черным поясом по джиу-джитсу и обладает сильным нокаутирующим ударом. Нунес – чертовски агрессивный боец. Думаю, у Ронды возникнут проблемы в поединке с Амандой».